Мы на канале Lingua Trip TV не готовы к таким словам еще. Если вы ничего не выучите из этого видео, хотя бы вы выучите это слово. Двигаемся дальше. А то есть он просто нюхал клей и... Вау. Вау. Вот он с ума сошел. Можно сказать, они могут поцеловать меня взад. Блин. Ну блин. Это перевод с эминемского на английский. И такие занятия никогда даром не проходят. Всем привет, с вами Веня Пак, добро пожаловать обратно на Lingua Trip TV. Сегодня, по вашим запросам, мы делаем разбор трека Eminem'а Discombobulated. Скажите это, повторите это за мной 3 раза. Discombobulated. Ну, в смысле, вы повторите 3 раза, а я скажу только 1 раз. Поэтому приготовьтесь к этому нескучному уроку английского языка. Поехали! И сразу, даже не читая текст, discombobulated — очень такое интересное слово. Discombobulated просто значит confused. Confused, дезориентирован, я запутался, я ничего не понимаю, discombobulated. Поэтому очень отличное слово, можно даже не читать текст. Это одно слово стоит 1000 слов. Поэтому все, спасибо огромное за просмотр этого видео. До свидания. Шучу. Давайте откроем текст. Let's take him back in time. Давайте вернем их в прошлое. Let's take him back in time. Everything's all f***ed up. Все пошло не так, да, мягко говоря, то есть все пошло не так. I'm discombobulated, discombobulated, вы знаете уже это слово, прекрасно. Если вы ничего не выучите из этого видео, хотя бы вы выучите это слово. Miss, you ovulating? Мы на канале Lingua Trip TV не готовы к таким словам еще, но я думаю, что это слово довольно-таки понятно для вас. Двигаемся дальше. Wait, I didn't mean to piss you off, my lady. Подожди. Я не хотел, я не намеревался разозлить тебя. To piss you off, to piss someone off, разозлить кого-то. My lady. По-русски вы можете сказать миледи, да? Это такой тон он пытается задать. What I really meant to say is, it goes a little something like this. То, что я действительно намеревался сказать, ну, это звучит примерно так, да? It goes a little something like this. Soon as I'm through with the unison, I'ma hit the snooze alarm. Сразу, как только я закончил, ну, я можно сказать, я принял unison, что является таблетками, ну, для сна. И они настолько прям сильные, что вы с утра никак не можете проснуться, вы всегда уставшие, знаете. Поэтому он говорит, I'ma hit the snooze alarm. I'ma — это короткая версия I'm going to. Он говорит, I'm going to hit the snooze alarm. Это когда вы... Постоянно, ну вы знаете лучше, чем кто-либо вообще. Звонит будильник, и вы snooze, типа отложить, там, насколько там телефоны откладывают, и оно повторяется потом. Before I lose my mind, what am I gonna use it on? До того, как я потеряю свой разум, для чего я вообще его буду использовать? Utilizing this tool, I will execute a line, используя, utilize, да, to utilize значит использовать. Используя этот инструмент, я успешно, так скажем, произведу эту строчку. I will execute a line. Или просто строчку, любую строчку. Like when I tried to do one time in my youth, when I euthanized my poodle in junior high. Okay. Так же, как я пытался сделать 1 раз в молодости, когда я усыпил моего пуделя. Junior high — это предпоследний год старшей школы. Junior high. Used to hide in my room and fly to the moon and try suicide with the glue from my school supplies. Конструкция used to. Раньше я прятался в своей комнате и взлетал до луны. И пытался совершить самоубийство. Здесь не в прямом смысле он говорит. С клеем из моих канцелярских принадлежностей для школы. То есть он просто нюхал клей и
так нанюхался, он залетал до Луны, грубо говоря. И это было убийственно. Я уже столько лет помогаю вам учить английский, и могу сказать от себя, что многие студенты допускают одни и те же ошибки. И их на самом деле можно убрать очень быстро. Мы выпустили пособие минус 365 ошибок за год. От вас потребуется всего несколько минут в день, чтобы убрать косяки из вашей речи. Пособие в электронном формате придет вам на почту через несколько минут после оплаты. И ссылку вы можете найти в описании под этим видео. И, кстати, у нас еще есть два мега популярных пособия. Это Grammar is All You Need и пособие по временам, в которых все тонкости объясняются максимально простым языком. Я приложу ссылки тоже туда. Then proof, the noun, IQ. По-моему, это члены группы D12. Если вы можете меня подсказать, пожалуйста, комментарии напишите. And I would climb in that hoopty to ride to Drew's and rhyme. Потом я залазил в эту hoopty. Это, ну, hoopty чаще всего это какая-то маленькая машина. Да, называется hoopty. А еще это может быть старая машина, hoopty. Как по-русски некоторые люди могут сказать, типа, ведро или что-то типа такого. Hoopty. В общем, это маленькая машина, скорее всего, она тоже старая. Hoopty. Я залазил в эту маленькую машину, чтобы покататься под Drew's и Rhyme. Bodied St. Andrew's Hall too many times to count before I tear up the shelter, give my dogs a pound. Мне это понравилось, когда я слышал. Уничтожил St. Andrew's Hall столько раз, что невозможно посчитать. Я предполагаю, это как какое-то venue, хорошее слово для вас, venue, какая-то арена, да, для выступления, для концертов. А то есть он уничтожил столько раз, что невозможно посчитать. До того, как я разрушаю the shelter тоже, из контекста понятно, что это какое-то venue, какая-то арена. Give my dogs a pound. Окей, вот это очень интересно. Dogs — это могут быть собаки, но так как здесь выписано, dogs — это мои друзья, да, dog. Oh my dog, what's up? Поэтому он дает своим друзьям a pound, типа fist bump, это a pound называется. И это игра слов на dog pound. Dog pound — это типа shelter для собак. Dog pound. Now I'm about to treat all you rappers noggins how Dre does every time he goes back to Compton now. Но сейчас я вот-вот собираюсь относиться к вашим головам, рэперы, таким образом, точно таким же образом, как доктор Dre каждый раз, когда он возвращается обратно в Комптон. Because every so often I'll visit my old stomping grounds. Потому что, ну, довольно-таки часто я посещаю места, где я вырос. My old stomping grounds. And Doc's in the house, so you know the bong is out. И доктор дома, доктор Dre. Поэтому знаете, что бонг, ну, то есть он не спрятан где-то в шкафу, он на дисплее, так скажем, стоит посреди комнаты, посреди дома. Room is spinning like 900,000 miles an hour. Все вокруг меня крутится, комната крутится 900 тысяч миль в час. Напишите в комментариях, сколько это в километрах в час. Forgot what I'm talking about. I'm discombobulated. Забыл, о чем я вообще говорю. Мягко говоря, блин, ну блин. I'm discombobulated. Даже не буду объяснять это слово, вы его уже должны знать. I'm Now up is down, left is right, да, вверх стал низом, лево стало право, day is night now, in is out, black is white, день стал ночью, в превратилось в is, черное превратилось в белое, so to and fro and side to side, да, он говорит, что все меняется местами, точно так же, как to and fro, вперед и назад, и side to side, по сторонам. Am I coming or going? Man, I can't decide. Я прихожу или ухожу? Не могу решить.
I can't decide. Because back is forth now, and stop means go. Back and forth можно перевести как туда-сюда, и он говорит, потому что туда — это сюда, и остановись — значит иди. No means yes, but yes don't mean no. Нет — значит да, но да — не значит нет. Офигенная строчка. So baby, please, take off your clothes. Поэтому, детка, пожалуйста, сними себя всю одежду. No, yes, no, yes, no, no, yes, oh, oh, yeah. Нет, да, нет, да, нет, нет, да, оу, oh, оу, oh, да. Just flew the coop. The cops are in hot pursuit. Интересный выбор спеллинга этого слова. Окей. Coop, как двухдверный автомобиль купе, пишется вот так. C-O-U-P-E. А coop, то же самое произношение, но C-O-O-P, это chicken coop. Это клетка, в которой курицы сидят. И он сыграл так вот словами. И правописание слова coop, двухдверная машина, он сделал как клетка для куриц. Поэтому он только что летел на двухдверке. Копы, милиционеры, они в горячей погоне, hot pursuit. But the day they catch me is the day 50'll call a truce and squash the feud with him and Jaw, and Jaw actually spit a bar. Но тот день, когда они поймают меня, полицейские, это будет тот день, когда 50 Cent call a truce. Помириться, можно сказать, сможет помириться. And quash the feud, то есть отменить все эти конфликты между ним и Ja. Он говорит про Ja Rule. И Ja все-таки скажет на своих треках что-то крутое, да, spit a bar, крутую строчку, зачитать крутую строчку или написать крутую строчку. Spit a bar that's not from Dr. Seuss book. And they'll start a group. То есть Джа все-таки зачитает крутую строчку, которая не из книги доктора Сюса. Это детские книги. И они вместе начнут группу. Да, 50 Cent и Ja Rule. I'm a cook. I know I got a screw and a couple of marbles loose. Brain is like a ramen soup. Ну и пошло это все. I'm a cook. Да, я сошел с ума, я безумец. Я знаю, что у меня что-то не так с головой, да. Мы говорим типа шурупы и винтики, а по-русски, а в английском screw and marbles. Marbles — это такие маленькие шарики. То есть что-то у него с головой не в порядке. Brain is like a ramen soup, его мозг — это как рамен. Shout to True Goy, gotta give a Della salute. А передаю привет True Goy, ну, передаю привет группе Della Soul. Cause my noodles in a knot, call it pasta news. Wow. Вау, вот он с ума сошел. Потому что моя макаронина, моя лапша завязана в узел. Можете назвать это pasta news. News — это веревка, на которую люди вешаются. Pasta news звучит как pasta news. Человек, который тоже в группе De La Soul. Wizard of Oz and Ooze. Wizard of Oz — это волшебник из страны Оз. Он опять-таки использует эту игру на звуках. Он волшебник звуков А и звуков У. Same Marshall Bruce in a battle who lost the juice. Тот самый Marshall Bruce, кто проиграл в батле рэперу Джусу. You came from the Sydney City, cause you about to get blown away. Juice stands to jump in the motherfucking circle and get motherfucking injured. Went out to attack like a ninja. Who also used to sound like Nas on Live at the Barbecue. Тот, кто также раньше звучал как Nas на Live at the Barbecue. Streets disciple, my raps are
trifle. I shoot slugs from my brain just like a rifle. Stampede the stage, I leave the microphone split. Play Mr. Tuffy while I'm on some pretty tone shit. Now I got the juice. Wouldn't beef if I was you. Но теперь у меня I got the juice, значит, у меня есть популярность, у меня есть стиль, у меня есть все, можно сказать, да? Now I got the juice. И если бы я был тобой, правильно бы сказать, if I were you, но это музыка, здесь правила неприменимы. Если бы я был тобой, на твоем месте, я бы со мной не имел конфликтов. Wouldn't beef, да? Like, I'll just... Это не по-английски, похоже на французский. But beef, if like I was you, but like, you. Еще раз надо прочитать. Окей, я думаю, только Google нам здесь поможет, потому что я преподаю английский язык. А что это за язык, я не знаю. Французский, ага. Oh, you. Was you. If I was you. Oh, you. Окей. Еще раз. Oh, you. Oh, you, значит. Это кулинарный термин. Французский кулинарный термин. Знаете, вы готовите что-то и выделяется из этого сок. Типа, вот что такое, вот что это значит. Окей, с этими знаниями. Like au jus. Но говядина. If like I was you. Он делает то, что это созвучно звучит. Au jus. I was you. I was you, да. But like f*** you. Окей, теперь это имеет смысл. Игра слов на звуках. Чисто фонетическая игра. Long as I got these walls and these hallways, I'm always have someone to argue with. I'm just all twisted. I'm discombobulated, man. Okay. До тех пор, как у меня есть эти стены и эти проходы, у меня всегда есть с кем поругаться. Тут нужно было сказать I always, а не I'm always, потому что I always have someone to argue with. Но, возможно, это как раз-таки игра слов на том, что I'm just all twisted. Я весь перепутанный, запутанный. Весь вывернутый наизнанку. И, конечно же, I'm discombobulated. Поэтому тут окей. А дальше снова припев. Окей, третий куплет. О, вот это был мой самый любимый куплет, когда я слушал. I'm at my best when I'm at my worst. Я в самой лучшей своей форме, в самом лучшем своем проявлении, когда у меня все плохо, можно сказать, да, когда у меня все ужасно. And for that I'm blessed. So every time I rap, I curse. Woo-hoo! И я действительно этим фактом благословлен, поэтому каждый раз, когда я читаю рэп, я матерюсь. Blessed и curse — это два противоположных слова. Bless — это I'm blessed, значит, я благословлен. I'm cursed — это значит, я проклят. И он на игре этих слов сделал эту строчку гениально. And that's why press, I usually get attacked by first. Вот тут аккуратно. Тут он перевернул, так скажем, полностью запутал порядок слов в предложении. И поэтому пресса, да, СМИ, всегда меня атакуют с самого начала. Да, правильно, если бы это была бы не песня, а просто предложение, просто высказывание, я бы сказал I usually get attacked by press first. They're at my neck, like my vampires. Они у моей шеи, как вампиры. So critics side day the same she did. I'm always degrading little bitch. Well, if I duck him, they can side duck my tit when I'm talking shit. Короче, Eminem здесь просто добавляет ненужные слоги в эти слова. И я не знаю почему.
потому что он говорит про СМИ, про прессу, и они, типа, их главная работа — это писать, и писать правильно, и он специально так делает, чтобы, типа, их разозлить, либо это отсылка к предыдущей строчке «Вампиры», они, типа, высасывают его кровь, и он не может нормально говорить. Не знаю, какая у него была задумка, но круто. А поэтому критики, он хотел сказать «say», критики говорят, и я говорю «the same», то же самое, я говорю то же самое. I'm always degrading, я постоянно, типа, как развиваюсь, только наоборот, типа, унижаю себя. Критики говорят, я говорю то же самое, я постоянно унижаю себя. Little well, нам на них пофиг. They can suck my... Я убираю вот эти вот лишние слоги, которые он ставил. When I'm taking it. В общем, нам плевать на этих критиков. Они могут пойти куда подальше. Можно сказать, они могут поцеловать меня в зад. Мягкая версия. Пока я сижу какаю на туалете. Taking it. Midi middle finger is extended now. Это перевод с Eminem-ского на английский. My middle finger is extended now. Мой средний палец вытянут сейчас. Should I tell them where to put it? Мне следует сказать им, куда его засунуть. I'm so fed up with it. They asked me dumb she did. I'm so fed up with it. Я уже по горло сыт этим. Они задают мне тупейшие вопросы. They asked me the dumb. They asked me dumb. So I act like I'm on a kayak with my back to Niagara. Ниагарский водопад. Я веду себя, как будто я на каяке, а сзади меня Ниагарский водопад. No life jacket, man. Никакого спасательного жилета. I had like 6 psychiatrists, scientists, misdiagnosed me with plague psoriasis, because I asked them why is it my eye itches, so they gave me some diet tips. Okay, без спасательного жилета у меня было 6 психологов и ученых, которые неправильно поставили мне диагноз с plague. Что такое plague psoriasis? Это типа как сыпь у вас на коже, да? То есть они ему поставили неправильный диагноз и сказали, что у него вот этот вот plague psoriasis, потому что он спросил, почему мой глаз чешется. Потому что я спросил, почему мой глаз чешется. И они дали мне несколько советов по поводу моей диеты. And Viagra with side effects, и Viagra с побочными эффектами. I might end up growing spider webs in my head and dying a horrifying death on my final breath. И, возможно, в конце концов, я отращу паутину на своей голове и умру ужасающей смертью. И на моем последнем вздохе. I will tell you, apply your lips to my d***. It's one size that fits. И на моем последнем дыхании я скажу тебе... Поставь свои губы на мой d***. Это один размер, который подходит везде. I just took an AIDS test and the doctor said to think positive. What the f***? Я только что сделал тест на AIDS. И доктор сказал, будь позитивнее, думай позитивные мысли. Но positive — это значит, у него есть болезнь. А negative — это значит, что нету, как вы знаете. Негативный результат, отрицательный результат или положительный результат. И он говорит, вот. Я ничего не понимаю, потому что он discombobulated. Крутой трек, очень сильный трек, очень много здесь всего. Я не знаю, насколько мы выучили много прям полезного, но мы поржали и увидели то, как он пишет и какие у него мысли. И такие занятия никогда даром не проходят. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Я вижу, как вам нравятся эти разборы. Мы будем продолжать, поэтому дайте мне знать, что еще разобрать. И не забывайте, что конспект с полезными словами из этого трека можно получить бесплатно, отправив кодовое слово discombobulated. Убедитесь, что вы пишете его правильно в директ к нам в Инстаграм. И, ну, конечно, вы должны быть подписаны на наш Инстаграм. Спасибо вам огромное. Удачи, не болейте. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был Веня Пак, это канал Lingua Trip TV. Bye-bye.